Ребята, всем привет! Я Аня, и вы смотрите «Идейки за копейки». Ловите идею открытки антистресса, которая меняет цвет. Вы можете показать фокус своим друзьям и одноклассникам и точно удивите их. Кстати, отличное времяпровождение на переменке в школе. Запасайтесь бумагой, маркерами и поехали! Берем листочек высотой 4,5 и длиной 19 сантиметров. Делаем отметки 8,3 сантиметров. Для себя я отмечаю границы для рисунка. Он должен поместиться в эти 3 сантиметра. Я решила нарисовать силуэт всеми любимого Хаги Ваги из Poppy Playtime. Этот персонаж полюбили многие за милый внешний вид. Несмотря на очаровательную улыбку, несуразный вид и добрые глаза, это все-таки страшный монстр, который слопал весь персонал фабрики. Если тебе нравится этот милаш-очароваш, скорее ставь лайк. Вырезаем рисунок по контуру, я обычно использую маникюрные ножнички. Начинаем вырезать картинку с центра. Я решила контур обвести линером, так рисунок будет выглядеть ярче. Теперь делаем сгибы к отметкам, которые мы делали ранее, 8,3 см. Оба края сгибаем по очереди к дальней отметке. Повторяй за мной, и у тебя точно все получится. На одной стороне я нарисовала Кисси Мисси. Она является то ли родственницей, то ли подружкой Хаги Ваги. Если знаешь, кто она такая, пиши в комментариях. Ей я нарисовала милую улыбку, а Хаги Ваги со стрющими зубами и, конечно же, очаровательной улыбкой. От нее никуда не деться. Оба рисунка раскрашиваем маркерами. Для своего антистресса фокуса ты можешь выбрать любой персонаж, который тебе нравится. Раскрашиваем рисунки маркерами или фломастерами. Сначала улыбки красным, Хаги-Ваги синим, а Кисси-Мисси розовым. Мне так понравились эти яркие персонажи, поэтому я готовлю новые видео с ними. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить классные новые идеи. Рисунки готовы. Берем степлер и скрепим рисунки, как показано на видео, с двух сторон. Готово! Теперь движение пальчиками, и рисунок меняет цвет. Хаги-Ваги и Кисси-Мисси. Мне так понравился этот антистресс, поэтому я сделала еще несколько с эмэндемсами, мальчиком и девочкой, с охранниками из игры в кальмара и куклой-роботом. Как она выглядит снаружи и внутри. А также фокус с пирожным, которое меняет цвет. У меня получилось 5 ярких антистрессов на любой вкус. А какая из идей понравилась тебе больше? Пиши в комментариях, все прочту и залайкаю. Всем отличного настроения и никаких стрессов. До встречи на «Идейки за копейки».